Доброго времени суток, дорогой зритель, ты на канале Tesla Gaming, я рад тебя приветствовать. У нас Valheim прохождение на русском языке. Я уже сбился с количества эпизодов, в общем, очередной эпизод. И у нас сегодня, как всегда для тебя стараюсь я, конечно же, в компании. Папа Беликором. Вот, папа в бизнесе называется. Итак, сегодня... Чтобы подтвердить статус, что мы в бизнесе, мы берем нашу прекрасную, большую, красивую лодку. И, значит, дабы не затягивать процесс, мы плывем на базу, где мы за кадром набили очень много серебра. Ну, давай по правому этому берегу поплывем, как раз откроем. Давай. А вот что-то интересное, может быть. Может. О! Деревицы появляются. А то мы все по левому, да по левому. Вдруг нас спросят, а чего вы правый берег не следуете? Берег правый, берег левый. Дальше не помню, как песня поется. Да, отдалиться. Надо рассказать, что мы там за кадром-то немножко... А, не сказал. Ну, пофармили, да? Да, мы пофармили, потому что эту тягомотину как бы показывать смысла нет. Времени убито было много. Черный лес. Ну, примерно вот сюда плыви. А, так и плывешь. Что мы еще за кадром делали? Вспоминай. Ой, я не хочу. Подыхали тысячу раз, собирали кучу всего, все переделывали. Или ты хочешь рассказать про этот загон для кабанчиков, который не работает? Ну, это тоже. Ну, может быть, отдельный эпизод потратим на создание загончика. Да, вполне. Потому что тема прикольная. Исполнение так себе. Да, а вот островочек не хочешь посмотреть, что там? Там смотри, там что-то много. Там оленя. Ну, много, я бы не сказал, что много. Ну, два штука. Это больше, чем один. Высадились, и там был золотой кабанчик. Кабанчик со звездой. Вот там надо ферма делать. Ну, там, вон, видишь, с рогами мальчик, это значит со звездочкой. Короче, дальше плывем, да? Да. Ну, а чё нам отвлекаться? Ну, мало ли, может, высадиться. Ты мне можешь пингануть? Могу, пингую. Ага, вижу. То я немножко не туда. Нет, открывай потихонечку карту, все правильно. Только впереди океан. Да, это-то и смущает, но давай я тогда беру по ветру становлюсь, чтобы максимальную скорость развить. Да-да, по ветру давай. Вставляй парус, а не то, что не ходи по ветру. Против ветра главное не ходить. А по ветру можно. Чисто спокойно. Пока еще. Просто надо как-то чуть-чуть правее там было брать. Вот сюда надо, по идее. А еще просто не все текстуры прогрузились. Не особо понятно, где берег. Ага. Ну, примерно вот так, да? Ничего не вижу. У нас в итоге какой план? Мы подгоняем лодку и потом сверху тащим тележку. Так да, ведь, да? Да-да-да. Договорились? Да-да-да. Инструменты мы все для этого взяли. Так, осторожно, там... Сейчас всякие пороги будут.
прочее. Я тогда чуть-чуть это приподниму. Ну, скорость. Завесу тайну. Тайны. Я скорость приторможу, и чтобы больше видеть. Угу. Ладно, можно добавить скорости. Ой, там впереди какая-то лодка, а это наша это лодка, наш... да, стоит? Наша красотка. Так, нам же здесь надо будет сделать какой-то док или что? Да, вот здесь, наверное. А мы еще не приплыли, куда ты? Ну, мне дерево надо. Я же на док не брал дерево-то. А это то место или не то место? Это Good Parking? Да, Good Parking. Товарищи Грейдворфы еще плавающие вот эти вот мне. Да что ты так... Зараза, отплывай. Да вы чё, блин? Что нам строить базу тут? Давай здесь базу построим. Ну, я не знаю, у тебя гора здесь, спускать здесь, а ты на другой стороне хочешь базу строить. Это как вообще? Отличная идея. Угу. Безопасно зато. Серебро что, плавать будет? Ну, мы здесь базу строим, она в безопасности. Приходим сюда, переплываем, подгоняем корабль. Нам вон туда, ровно наверх. О, кабанчик. Кабанчик, это хорошо. Как раз не хватает кабанчика. Я еще не успел дойти, я уже весь в хлам забитый всяким хламом. Вы нажимай и не собирай хлам. Товарищ пришел пообщаться. Так, у нас есть это. Тогда я делаю так. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Все. Давайте сундук сделаем. Сделай. Это солнце садится или что оно делает? Солнце садится, да. Капец. Быстро, да, прошел день? Вообще. Давай, отхиливайся, в смысле, стамину.
Да, долго подниматься, очень долго подниматься. А ты вручную, что ли, пошел? Да. Такие, мы же телепорт обещали хоть построить. Через телепорт. Да, как ты с серебром через телепорт пойдешь? Расскажи мне, пожалуйста. А зачем с серебром? Так я ради серебра сюда пришел. Серебро сверху идет вниз, а не снизу вверх. О, видишь, я уже наверху. Оп. А телепорт откуда? А, ты внизу построил телепорт, да? Я что-то, я про это самое протупил. И назвал его типа база 3, да? Да. Господи, какой ты тупой, я про своего персонажа, блин, он ни хрена не может подняться. Упирается в пиксели, никуда не хочет идти. Воу, здрасте. В общем, у меня нагрузка 3427. И он все равно тащит их. Как-то заканчивается стамина. Я что думаю, может тут надо как-то типа тропинку сделать или что-то типа того? Чтобы удобнее. Придется сделать, да. Какая-то жесть. Как раз ты сказал, что у тебя кирка с собой. Она у меня всегда с собой. Я, в отличие от тебя, не выкладываю нужные вещи. Я хоть сейчас тебе поле засажу, чего есть и чего нету. Так, ну поехали, давай что-то так вот сделаем. Оп. Оп. Да дай мне залезть, блин, у меня стамина закончилась, сейчас прилетит тварь какая-нибудь. Я никуда не могу ни влево, ни вправо. Да правильно, блин. Меня ж пропусти и все. И сможешь. Все, маги. Я чуть-чуть тебе дорожку сделал. Нет, нет. Нет, да? Назад можешь? Нет. Ну вот то, о чем я и говорил. Ща прилетит. Скотина. Летучая. Куда полетело? Гори. Так, я не понял, почему ты ничего не можешь? А ну дай. Ну. Ну чё? Ну, чуть-чуть, да, уперся. Ой. Тут вот нет. Воу, вот это токийский дрифт. Ха-ха, вот это жесть. Может, вот сюда все-таки лучше? Не знаю, давно... уже поздно думать. А, ну здравствуй, стамина. Ой-ой-ой, прилетел. Да все кнопки понажимал. На. Попал, нет? Нет. Блин! Волк! Да ничего, блин, офигели вообще. Ну они чуют, что мы перевозим. Ой-ой-ой, я положил на бок. А чё за жесть началась, а? Сейчас там интересно, транспортировка. Они прям чуют, типа, ах вы, коньки. А это вот то, что она перевернулась, её назад можно будет как-то перевернуть? Не знаю, разбирать только. Ещё волк. Справишься? Стараюсь. Все. Это.
это кирдык. Сейчас жестко будет просто. Она вертикально стоит. Я снизу. Все, поехала. Прыгал. А. Оно... А, стой! А! Ну, повозка. Так. Чё-то вообще все не по плану идет, да? Да по плану. Я предполагал, что такое будет. Веселье, да? Да. Нормально веселье, пока идем. Я просто с киркой себе путь прокладываю. Ну, я туда от этих отбиваю. Красавчик, я, вопросов нет. Так, что-то я чуть-чуть запутался. Это... Мне вот этот уголочек надо. Так, что-то опять не то. Сейчас. Так, что-то я прям в воздухе. Сейчас попробую. Лошадь в воздухе. А! Опять кусочек. А ты не можешь повернуть, что ли? А! Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Я пытаюсь, я пытаюсь. Волк, волк, волк. А, тормози! Нет! Что ты? Это весело! Капец, как весело! А, это вообще, кто бы мог подумать, что такая веселуха будет. Я спускаюсь. На! Я еще Грейд Ворфу по башке дал. А, экспресс-доставка Хрюнделей, фирма Мокрые Кеды. А, лечу вниз. Так, меняю шаман немножечко. Ага, нормально. Ничего не вижу. По-моему, я приехал. Да, я на месте, я на месте. Но за мной идут, меня хотят бить. Я позади. А, не вижу тебя, меня сейчас завалят. Почему он не спрыгивает с него? Я Е нажимаю, он вообще ни в какую, он, типа. Да, он не спрыгивает, надо этот. По-моему, кувыркаться. Я кувыркался сюда. Жесть. Чё-то я прям. Не на шутку. А, так, где? Я пойду. Я пойду в портал. Неверная позиция. Потому что надо хранилище выбирать. Так, я схожу в портал, все выкину, потом буду этот. Откуда здесь скелет? Где мой трюм? Первая тридцатка загружена. Ура! Ура! Короче, скину все, что есть. Фу. Бедная повозка. Еще одна тридцатка. Я не понял, что ты хочешь. Я могу одно сказать. Я загружаю трюм. Ну хорошо, я просто хотел этот сбросить то, что мне там накидалось, и вернуться сейчас. Так, хрен. Потому что я перегружен. А я могу вообще вот так сделать еще и все равно ж. Там я же тебе говорю, ты можешь сколько угодно себе навалить, а тонну нес. Я 3 тонны нес. Ой, а что я сделал? Вот, вот ворында. Так, хорошо. Сейчас я подойду. Стамину подожду. Звучит как... Прям, не знаю. Песня. Вот, подошел и пошел. Трунь, трунь, трунь.
2,5 тонны это еще. Ну, мне кажется, оно того стоило. Это было вообще весело, если честно. Я гвозди положу в ценное. В итоге их оказалось не 20 нужно было, а 10 только. Mm-hmm. Ну, у меня трюм почти весь забит, но тут есть позиции, которые можно... Так, ну вот, у меня корабль, да? Он почти забитый. И что мы делаем дальше? Плывем. Вау. Домой? Подожди, сейчас я тут разберу только. Ну ты его сломать хочешь прям. Да. Я древесины взял 20. Давай я тебе ее отдам. А этот где? Гвозди? Взял? Древесины? А, вот да, все, и гвозди взял. Угу. Че, в кораблик? Кораблик, да. А, ты... Ну, я не знаю... Вперед, товарищ капитан! Новым приключением. Давай здесь проплывем. Да, тут бы еще развернуться. Ой-ой-ой. А зачем? Ой. Прям, вот, прям плыви и направо. Да не, не получается. Понимаешь, есть особенность. Лодка большая. А надо ее вот так вот. Трунь. Трунь. Давай, запрыгивай, 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 запрыгивай. Медленно, но верно. Плывем. И включаем реактивную. Смотри, сволочь, попал. Так, ты мне можешь пингануть? Давай. Мы как бы вокруг оплываем, да, получается? Да, возвращаемся. Да, да, да. Давай только вот сюда попробуем заплыть, не знаю, как-нибудь. А, нет, не получится. Нет, нет, нет. Не плыви туда. Не плыви, все, вижу. Ну вот так. Не надо, да? Ну давай. И... А там маленький заливчик просто. У кого маленький лифчик? У дворков. А. Ну пусть дома сидят, отращивают. Вот поэтому они такие злые. Ну да. Я вон с ними дружить хочу, а они вон злятся. Кстати, вот на вот эту посудину можно тележку целую завести. То есть можно было заполнить трюм и еще сверху тележку поставить. А она не уплывет? Нам... Нет. Ну, если, конечно, корабль не сломается, то все нормально будет. Ты пинговать не за... Ага. Я просто и целился. Блин, если смотреть на карту, то мы исследовали, наверное, процентов 10 только всей карты. Да, я тоже об этом что-то подумал. Вообще страшно на самом деле становится, потому что понимаешь, сколько еще на самом деле надо и что это все вообще крапали какие-то. Там биомов еще новых надо найти. Там всякие, ну, там луга, поля, что там. Луга остались, этот, туманные земли и пепельные земли. Кстати, в этих лугах там еще один торговец есть. А мы не туда плывем, алло. Как не туда? Туда. Не вот туда мы плывем. Вот туда. Я же тебе показываю. Наш дом вот здесь. Ну, ты должен был развернуться вот так, вот так. У нас ветер в морду дует. Куда я тебе развернусь?
А мы сейчас, блин, в океане. Не мне шепр... написано луга. Мы сейчас через 3 секунды будем там. Нам кирдык. Ты меня сюда. Просто вот завел. Поворачивай, вижу. Офигеть, да. Вот теперь можно. Неправильно повел ты меня. Все хорошо, боцман знает, куда плыть. Фиговый навигатор. Надо ж, ну, по не стеночке. Гармин. Ну, по стеночке, как бы. А мы сейчас с тобой куда-нибудь как выплывем. Я понимаю, что там новые земли. И мы типа там не были. Но давай это делать, когда у нас будет гарпун с собой, когда у нас будет пустой трюм. Когда, ну... Давай сюда, давай. Можно позволить себе сдохнуть, грубо говоря. Но мне эту лодочку жалко, она такая классненькая. Я название не могу запомнить, но она классненькая. Дракар вроде как. Да. А, длинный корабль. Всего лишь длинный корабль. Угу. Тут еще видишь, в чем прикол? Я пытаюсь понять, где лучше, как лучше ветер ловить. То есть ближе к земле или там дальше в океан, ну то есть. Ты понимаешь, да? Так, это у нас первый паркинг, да? Основа навигация. Да. Ты имеешь в виду справа, да, первый паркинг? Ну там. Какой здесь паркинг? Я к тому, что вот если ветер сейчас не поменяется. А он, походу, не поменяется, да? Ну, ты бы в океане не делал таких разворотов. Ну да, резать, подплыть вручную. Вот я же говорю, что не хватает этих. Ух ты. Кто? Да я тут этот. Ладно. Приедем, расскажу. Что у нас по трюму, блин, ты еще накидал? Все накидал. Все, ну, что было. Камни там, все, что было, да. Ну, камней всегда не хватает. А нам нужно для безопасности еще там кучу всего делать. Ну, я про то, что это можно было через телепорт было перенести. А толку оно все равно со мной, а трюм пустой. Ну и что, оставлять там? Потом возвращаться через телепорт. Зачем? Да, ну... Но внизу телепорт был, я же тебе говорю. Я понимаю, но это то, что у меня там было в штанах, в карманах. Не будем рассказывать все, что у тебя там в штанах. Да-да-да, не будем. Океан. Жалко, сети нет каких-нибудь рыболов. Раз так там рыбки. Хоп. Да, рыбка тут тоже хорошая штука. Может, да. Удочку там был взять? Типа, плывешь и рыбачишь. Удочка, по-моему, на этом самом, на даче. Донжончик. И сверху тролльчик, да? Давай ему это... Гриша. Ядом в жопу. Укольчик сделаем. Выше, ниже бери. Давай я даже приторможу. Давай я тоже. На-на. Горит.
А если мы возьмем зараженные стрелы? Опа! Не попал. Красиво летит. Я его отравил. Кажу, ну блин. Травленный. Вот пошел, а! Главное, чтобы не к нам. Да пофиг, пускай идет. Но мне кажется, там пока вот не зачистить этот донжончик, то он и так и будет появляться. Так что давай поплыли дальше. А что там так до сих пор красиво полыхает? Че там? У него там пукан его. А чё так долго горит-то, а? Не, серьезно, а чё так долго? Он обычно медленнее. Ну, в смысле... Может, как-то комбо-эффект? Типа отравление. А, все сгорел, да? Хотя там, может быть, мы уплыли. А мы уплыли, мы уплыли. Да. И что мы первым будем делать? Какое оружие? Оружие? Ну как это какое? Ты чего? Самое лучшее? Серебряный меч? Все остальное я не знаю. Серебряный меч — это имба. Ну как везде пишут, я не знаю, не пробовал, но к серебряному мечу нужен еще, наверное, если есть серебряный башенный щит, там что-то типа того. И все. Башенного щита нету. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Поля, по морям, наш ледный корабль мчится к вам. Жестко спел. Ну, синий трактор не получился, да? Да. Синий дракар у нас. Синий дракар едет к нам. Кто же? Трюм сейчас пойдет. На медовуху сейчас пойдет. О! И закатный закат. Да, и домик уже виднеется наш. Я пока только вижу эту плавильню. А вот тебе домик прорисовался. У меня только сейчас. Как раз на расстоянии между нами. У нас уже три корабля здесь. Да, нас двое, но кораблей три. И там еще четвертый стоит. На нем можно приплыть в любой момент. Мне кажется, нам надо сделать док. What's up, Doc? Да. Чтоб красиво было. И сильно модным, молодежным. Так, давай я тогда аккуратненько парканусь. Хорошо, в этот раз. Ну, буду стараться. Это займет какое-то время, но чтоб не мучиться потом выплывать. Ты стой, не спеши. Я ж тут в задом едика играю.
Оп. Ну что, нагружаюсь. Я уже пачку взял, побежал плавить. Чтоб как бы контент не растягивать, как ты говоришь. Блин, а я спуститься не могу. Ладно. Лестница. Лестница. Нет, меня лестница назад запихивает. И судя по всему, нам потребуется еще один сундучок здесь. Ладно, делаем по-другому. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Оп. Ценно. Не знаю, все взял, не все взял. Офигеть, малое лечение только половину стамины восстанавливает. Мало лечения? Ну, малая стамина. Да, мало стамины. Невозможно употребить. Подожди, давай по инженерному пойдем. Я все кнопки. Все, я здесь сложил. Вот лежит. О, нифига себе, ты тут дрень сделал. Давай по инженерному пойдем. Ты брешь в безопасности делаешь, ты понимаешь это? Это как бы временно. Итак, инженер Беликор. Это не инженер. Так, я не понял, а что, упало что ли? Серьезно? Да ну ё-моё, тут чё? Оп-оп-оп-оп, учись. Да чё учить, я тут выйти не могу. Кидай вперед. Ну, ладно. Давайте чекнем, что придумал Беликор. Беликор, конечно, молодец, но как же спрыгнуть? Оп! Стаминка, стаминка, стаминка. Угля мало, угля. Мокрый викинг. А, он вообще не может даже развернуться. Это значит, у нас серебришка, да? Да, что-то мы с углем как-то это. Уплощали. Так он же там лежал где-то. Здесь и там должен был лежать.
Ну вот. Уже нет. Ладно, я сейчас посмотрю. Инвентарь полон. Да мы там вытащили, да? Ну, вроде да. Подожди, а как же камень? Как вот это все что-то там? Ладно, я заберу. Не, там может что-то еще осталось, я не все еще. Ну, камушка. Так, а что это у меня? А, серебришко. Тебе что там надо для твоего супер-пупер? Давай. Делаем. Чё, ты там, я ж чё, там что ли? Нет, ну, я тебе подкидываю серебро. Сколько у тебя? 28 уже серебра. 29. И 30. Чё, давай смотри, значит, меч. Ты что же будешь делать крутой меч, правильно? Сначала себе сделать. Поехали. Серебряный меч. 40 серебра. 5 железа. Хе-хе. А у нас нет 5 железа, да? Ну, нет. А этот лук Драугров? Или там клык? Я не помню. Ну, лучше лук. 20 серебра. Давай. Железо есть 4. Есть железо 4. Надо 5. Ну сломай потолок. Не, да и сейчас сходим. Давай сходим. Короче, делаем самый крутой. Я правильно понимаю, что это последний лук и лучше него не будет? Он будет. Блин. Ладно, древняя кора. 10. Плохо с памятью. Шкура оленя 2, слизь 10. Шкура оленя 2. Слизь 10. Ну и, я так понимаю, 20 серебра, правильно? Все, самый имбовый лук создан. Ну, на данный момент. В оружие переношу свой лук. Теперь самое интересное. Что нужно, чтобы его прокачать? Опять то же самое, наверное. Серебро, лук и прочее. Или в смысле? Серебра 10. Проблема в том, что... А, слизи 2. Слизи у нас нету. Ну, мало. И пошли за слизью. Хотя тут много зачем надо. А самое поганое, что это опять нужно идти куда? Болотье. Болото. Болотье. Так, 2 оленя, 10 серебра и 5 древней коры. Так, я взял ключ, я взял палицу. 5. И надо починиться. 2, да?
И если я все правильно посчитал, то этого должно хватить на... Так, чем может мой лук? Колющий 50. Яд 10. Ну, надо его как-то испытать, что ли, мне кажется. Да? Так, колющий у меня 51. У лука. У лука, да. А у тебя почему 51? Ну, 4 уровня, потому что... А, ну то есть его еще нужно докачивать, получается. Чтобы он что-то мог. Все, пошли. Куда? В этот, ну, на болото. Угу. Ох, как ты все открыл сразу. Куда идем? Вот сюда. Ну, здесь сюда. Склепы ближе. Ну да, здесь прям. Ну ты ключ взял, да, я просто забыл взять. Я взял. Ну, один ключ хватит. Просто смотри, у меня у лука еще есть отравляющий эффект. Ну, хорошо. А это ценно. Ну, а да, еще он красиво видно. Светится. Че, паркур? Паркур, да? Блин, это открыто. Чек, мне надо идти туда или нет? Надо, надо. Иду. Сколько нам надо лома-то? Там много. Ну там, в конце не бей, как ты любишь через дырочку. Да-да-да-да-да, я все помню. Дырочка, мой друг. Так, тут слизняк один. Он же сгустень. Бам! Гори сгустень. Ух ты! Да ладно, он пролазит, что ли? Ну, в общем, я с ним поговорил. Не знаю, насколько я тут опрометчиво сейчас поступаю. Так, тут пусто. С этими кирочками получше идет добыча. Да, но у меня кирка еще не на всю прокачанная. Единички не хватает. Аккуратно. Сгустень вижу. Ага. А, это ж я его ядовитыми стрелами фигачу. Не теми. Ошибочка вышла. Попробуй это замораживающий. У меня нету замораживающих стрел. Замораживающих. Кофе, мой друг. Блин, да тут вообще жесть, куда ни пойди. Хорошее место, слушай. Я уже 14. Так я что подумал? О. 7. О. Что там? 34, я тут нашел сундук с этим, с металлолом. Мы же с этот не сможем телепортироваться обратно, нам придется и бежать. Да? Пешкодрапом. Да. Пешкодрапом. Именно. А еще можно сделать
тележку. А вот Драугр стоит. А ну, давай поздороваемся. Оу, 33.8. Оба. Зря. Зря. Иди сюда. Оп! Промазал. Попал. Один удар. И все. 8 дырок. Лук, ты что делаешь? Да блин, офигеть, оно... Ого. А у меня тут сгустень застрял в текстурах и нифига не хочет. Вон там этот яд не бахнул. Бахнул. Антияд. Я добил. Красавчик. Мне пришлось антияд выпить. Я, кстати, выступил, не взял его с собой. Я, может быть, конечно, не прав, что кучу всего с собой таскаю, но, блин, как на все случаи жизни, знаешь. Как будто за границу собрался, типа, а вдруг холодно, а вдруг жарко, а вдруг дождь, а вдруг снег, а вдруг еще какая фигня. Ну, хоть и правильно, подход разным бывает. То есть я иду на миссию, я беру то, что там надо. Ну, вот раз, конечно, затупил. Ну, потому что у нас миссии больше, чем 20 минут не бывает. А, типа, всегда успеваешь вернуться назад, да? Да. И смысл все это таскать с собой. Здрасте. Ах, вот как ты... Да, ты... Подожди, отойди. На нафиг, 69. Видел? На-на! Ну, я не дотянул. Ну, пока. Это сейчас были стрелы обсидиановые. Ну, как видишь, да, они повеселее будут. Так, я больше ничего не подниму. Это, конечно, хорошо. Я еще подниму. Но мне что-то вообще ничего не падает. Иссохшая кость нужна? Нет, зачем? Ну, вот грибочек бы забрать. Ну, я из грибочков хотел сделать эту среднюю медовуху лечения, восстановления. А, так, а он у меня кость взял. Выкидывай ее. А, вообще выкидывать, типа, нафиг не нужна? Ну, мы же этого призвали уже. Нужна для призыва только нужна. Я забыл просто, для чего она нам нужна была, если честно. А есть еще металл? У меня еще нормальное место есть. Ну, у меня есть, но у меня забито. Давай поищем вот тут. Тут спуск вниз есть. А. Угу. Тупичок. Ну, вроде все. Что-то как-то так много вроде всего было. Ну все, пошли. А, вот еще. Грибочек. А точно все, блин, ну что-то как-то я вообще полупустой иду. Перепроверь. Пошел налево. Жалко, здесь красных флайеров не, да, разбрасываешь, а типа сюда не ходи. У меня 39. Сюда не ходи.
У меня 15, это... понимаешь, в том-то и дело. Маловато. Ну, 54 у тебя. Че, 54? Ну, у нас. Да, ну... Как бы... Да, но... Мимо, да? Ну, что-то тут проходит. Нет, нет, да. Или это все ерунда? Короче, ерунда. Я вас понял. Показываю, что типа есть куча грязного лома, но не бьется. Там надо целиться в в это, в пикселе. В миллипикселе. Да. Ну и там процент получения лома это процентов 20, наверное. Так что мне кажется, даже не стоит тратить время. Да, слушай, походу все-таки ты прав, ему все залутали. Это я тяну время, чтобы не показать, что мы. Ты просто этих бил, а я этих разбирал. Ну поэтому кто-то ж должен больше... бить. Я и говорю, что у нас как бы этот разделение обязанностей. Teamwork, teamwork. Ладно. Еще раз. Нету, да? Ладно. Ну блин, ну мало. А ты где? Я тут. Бегаю. I don't see you. At all. А где я? Вижу тебя. Ага, вот там ты. Тут можешь каких-нибудь сурлингов еще. А, блин, тут это ходит. Ну, как ее? Я понял, да. Говназия вот это. Мразия, бестия, как она там. Ну, ты понял. Ну и что ты не берешь, чертополох? Чертополох, ну уже. Может, перегружен? Не, просто... глюкнул. Так, открытый донжон. Наш капан на этих, на сурлингов хорошо работает. Прямо они тут рождаются и падают. Ну что, я еще нашел этот корень. Ну ты помнишь, это который с этих мразоты. Как они там называются, я забыл. Мерзость. Мерзость, фу. О, ко мне пришел сгустень. На-на. Ха! Нифига ему влупил прямо в полете. Пиях. Рой? А? Стрелой. Стрелой. Минус. А вы откуда взялись? Так, я тут нашел мешок слизи. У меня два драугра. Ну как два? Один. А, блин, слизь прибежала. От скотина. А не попал. Ха-ха. Не на того напал. Какая красота, 12 отравленных стрел, рубины. Как я удачно зашел на огонек. Только вот куда идти мне дальше, я не знаю. А ну давай, на прикол. Высоко. Я в пострелушке сыграю. Ха-ха, драугра с одной стрелы. А я хорош. Сам себя не похвалишь, блин, никто не похвалит. Так, я нашел прикольную форпост. Кто-то делал.
А, ну тут драу, два штуки. Здорово. Да что ты будешь делать? Да блин, можно в щелочку попасть, а? Да, то что ты будешь делать? А вот так. Павлю металлолом. Блин, да я уже форпост разломал. В Драугра не попал. Все, попал. А обсидиановые стрелы хороши. Фигово только то, что стамина заканчивается. Ну чё ты, давай спрыгивай, спрыгивай, чё ты? Чё ты, чё ты, а? А? Ах ты. Он меня обманул. Ну вот он я, давай, давай. Да. Я его прям в оглушке влупидолил. Это место уже добавлено на карту. А, это типа где находится босс. Блин, пиявка еще приплыла. Пиявка, знаешь что? А вот что. О, с одного выстрела, прикинь. То есть на 99... Пиявки. Нет, я говорю обсидиановой стрелой. Обсидиановой, да. Не, я немножко не то чтобы царем, но вот принцем я себя ощущаю уже в болотах. А ты как? Я просто всех обижал, так что я. А я чуть... просто всем ну по башке даю. Ну типа а чё они? Ну, чертополох заодно собрать. С мерзостью только не особо хочется воевать, потому что. Ну, типа, сам понимаешь. Ну, долго, долго. Долго, это ее надо к огню тащить. Опа, с одного выстрела издалека снес. А чё скелет? А скелет тоже, ну, с двух, ладно. Скелета с двух. Так, этот ящик я помню. Не помню, есть ли в нем ништяки. А, ну вот, пожалуйста, ништяки. Так, я думаю, что надо поменяться. Что-нибудь, что мне нафиг не нужно. Типа вот это, на это поменяться. Вот этот трофейный сгусень как бы хорошо. Ну, давай вот это оставим. Что-то ценное. Короче, жесть, я тут пока... А вот это, то наше, наверное, первое место... Где мы этих били? Подожди. Или я пришел... Не. Я нормально все. Это просто похожее место. Нет, вот здесь этот, как бы, Сурлинге. Ну да, я сейчас быстренько схожу, посмотрю. Есть смысл смотреть, но я что-то издалека не вижу ничего. Там одно ядро было, я его забрал. Ну штуки 3-4 вижу. Ну, значит, нападал еще. Проблема сейчас. В том, что. Сейчас я подойду. Ко мне или в принципе? Ладно. Я на базу. Ах ты скотина. Не-не-не-не-не-не-не-не. Стамина, вот сейчас ты вообще максимально зря. Ой, ты как зря это все. Бум. Я, короче, тогда сделаю вот так.
Нормально. В лупе долили. Так, что у нас здесь? Ой, фу, не-не-не. Так, ну это уже практически дом, милый дом. А, вот это, кстати, снизу их. Десять, нифига себе. Тоже, по-моему, серьезно. Добавлено слизь. Ну, если добавлено, значит хорошо. Значит, что сейчас? Сейчас мы с вами направляемся в сторону дома. Уже почти дома. И сейчас сделаем вот так. Блин, ты еще не добрался? Не, я рядом. Сейчас тут. Вот что надо больше плавили. Да, возможно. Я добрался. Уголь жогов тоже больше. Ценная. Бам. Красота какая. Мой ключик, да? Так. Данное так... перешел. Данное перешел. У меня тоже такое было, да. Ничего не понял, ну ладно. Так, а мне это в дереве, да? О. Так, я металла принес еще. Скидывай вот. В средний. Нет. Нет, в крайне. Крайне правый. Просто у нас здесь серебро. Ну, кидай серебро рядышком. У тебя много ж там его? Не, я говорю, у нас здесь серебро. Это. Так, чертополох. Есть. Это все плавлю. Так, 4. Ну, давай 12. Что? 12. И у меня ситуация с едой. Так, мне не хватает одного ингредиента. А для него мне нужен. Блин, у нас 14 жареного кабана. Вот. Два кабана. Два, ну короче, давай. Пока приготовлю, что приготовится. По железу-то я. Чего-то. Я все складываю в сундук. Молодечек. Вопросов нет. Да, я сейчас тут разберусь с едой. У нас просто есть вещи, которые нужно, ну, отрепетировать там. Оленина не жареная. Тут она в рецептах вся жареная. Жалко, из жареного кабана нельзя. Нужен такой кабан. И у нас древесин закончился. Ну будет чё.
ты спрашивал, чтобы лук Драугра, да, типа, улучшить, правильно? Да просто сделать. Ладно, 20 серебра. Есть у нас 20 серебра? Есть. У меня есть 3. У меня есть 18. Мне нужно 2. Потом сколько нужно было? 10, 4, 4. Четыре и 4. Наплавили нам переделать. Так, ну что, мой клык Драугра прокачан до 3 уровня. У него колющий 53. И яд 15. А у тебя сколько? А, я сейчас сам скажу. У меня охотничий лук. 51. 51. То есть вот-вот я только его обогнал. 53. Но у меня яда нету. Да, яд это прям имба. Давай посмотрим, что ему нужно еще. 30 серебра есть. Павец. Нет, 6 слизи и 6 оленя. А ну сейчас посмотрим. 6 оленя есть. О, ну давай. 6 слизи. 6 оленя. И дерево. Ну, пофиг, все возьму. Я сказал, 30 надо было, да? О, дядя, а ты откуда взялся? Твою мать. Я сделал плохо. Я бяку сделал. Очень сильную бяку. У нас Грей Дворф, как он смог здесь идти? Пеликор, проблема. Ну, не знаю. У нас минус печка у нас. Проблема, говорю, блин. Думаешь, я тут шучу, что ли? Я на него замахнулся и все. Ой, твою ж мать, а. Железо. Твою мать. Ну сейчас починю. Как так-то, а? Все, клык Драугра, я так понимаю, по максималке, 4 уровень. Итого, 56. А почему? Здесь 56, а здесь написано 59. И кому верить? Ладно. Никому не верить. Чинить надо. Твою ж мать, а. Все, я починил. Как он смог, блин? Так понятно. Ты ж брешь в безопасности сделал. Хотя он бы шел с другой стороны. Не, я думаю, эта штука, ну, относительно должна быть безопасна. Можно ее уже сломать. Да не надо, не надо, не надо, нормально. Да, я посмотрю, что лук может. Блин, не увидел. О, эти.
Ну то я перья нашел. Да не. Да там нормально вроде как оно, по-моему, работало. О, нет. Нет. Не работало? Тебе не нравится, я убрал. Не, мне кажется, это волно его подкинуло, потому что у нас линия берега говёная. Надо выше поднимать. Или хрен его знает, не знаю, как так получилось. Что он смог дойти. Чё тут у нас? Об это не попал! Бум! Смотри. Бум! Ха-ха! Я его подставил! На-на! А теперь я пам ему в спину! А вот это умора! А, ну конечно, конечно, игра такая. Ну ты что, наверное, хочешь что-то другое, да? Бум! Да, это было прикольно. А куда делся? Вот здесь же, да, он должен быть. Ну что, у нас куча железа. Прям куча железа? 47 единиц. То есть я могу топорик прокачать, что ли? Кирку ты имеешь в виду, наверное. Ну, сначала кирку, да, я посмотрю, сколько кирку. Просто там есть топорик, который другой. 30 железа надо. Ну, делай. Подожди, ты топорик хочешь или кирку? Кирку, топорик, кирку, кирку. Как топорик. Слышно, кирку хочу. Отлично, делай. Ну, чтобы у нас одинаковые кирки были. Так, ладно, это я пока вот так вот кину. Потому что мне нужно подойти. И я не помню там... А какую там древесину надо было? Цельную или качественную? Цельно. Короче, по-моему, так. Ура, кирка 4 уровня, такая же хорошая, как у тебя. А перья ж у нас тоже в добыче должно быть, правильно? Идеи, да. Ну, все, так, кожа, чпоньк, дерево, чпоньк. И... Лук испытал, нет? Лук? Или как? Лук. Ну, чуть-чуть поиспытывал, да, было дело. Доволен? Пока не знаю. Еще, ну, слабые испытания, немножко не те. И мне кажется, на этой радостной ноте, что я наконец-таки с луком сяду, отдохну. Товарищ Белькор, давай, наверное, эту серию на сегодня заканчивать, потому что самое главное мы сделали, это было очень весело, а еще мы сходили на болото, еще там вломили всем немножечко подзатыльников, вот, еще и... Короче, ну, там отомстили, как они нас встретили, да? Да-да-да-да. Короче, я думаю, что мы молодцы, и все, что обещали, тем более сделали новый мне красивый лук, прокачали его по максималке, еще и кирку прокачали по максималке. То есть, единственное, я не знаю, есть ли смысл топорик прокачивать. Нет, там же есть морозный топорик. Тоже двухручный. Двуручный, ну это где-то дальше будет, да? Ну, потому зачем? Что... Зачем морозный двухручный топорик? А уже есть, что ли? Уже есть. А где он, простите? В кузнице? Кузница.
А я не вижу. Ой, сейчас, сейчас, сейчас. Может быть такое, что мне нужно что-то потрогать. Волчина грудь. Не, слушай, что-то нету. Либо я слепой. Кристальный боевой топор, древний кора, серебро, кристалл. Кристальный? Кристальный боевой топор, да. Блин, кристаль. О, столь прозрачный, что сквозь него видны слезы жертв. Слушай, ну вот это звучит прикольно. И рассекающий у него сходу 90. Ну, слушай, против волчар это будет прямо имба. А у нас есть 10 кристаллов? Сколько-то кристаллов? Там, что-то было. 35 кристаллов. Так, 10, я помню. Там какая-то там кора. Древняя кора, кора 40. Древняя кора 40, у меня 14. Тогда ладно, давай сделаем так. Мы заканчиваем на сегодня эпизод. Да? И я пойду, да, древние коры пособираю, попробую. Оффлайн? Ну да, типа за кадром, а потом уже скажу: эй, смотрите, что у меня есть, этот топорик типа фигня, а вот этот, он прям красивый какой, он прям блестит, светится, сияет, я не знаю, моргает, подмигивает, там, все делает, ну я, например, не знаю. В общем, в любом случае, давай, этот эпизод уже и так затянулся больше, чем на 1:20, наверное. Вот, поэтому его надо заканчивать. И я считаю, что в любом случае мы молодцы, мы все сделали, мы всем все показали. Поэтому не забывайте подписываться на канал, бить в колокол, писать комментарии, обязательно общайтесь с нами. Мы тут работаем, стараемся для вас. На сегодня все. Всем пока-пока. Пока-пока.